В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Вітаємо усіх радіослухачів в програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні з нами художник Олександр Тіней. Олександр, я правильно ваше прізвище назвав? Да, правильно. Добрий день. Добрий день. Да. Ми, до речі, домовились, що будемо на ти, я спробую. Да. Ми вже бачилися з тобою, Олександре, тут. Я пам'ятаю. Сергій Балюк, да, запрошував тебе в програму «Призначення». Да. А сьогодні, в принципі, щось схоже, тому що так чи інакше людина розкривається у діалозі. Кілька запитань для початку. Поділися тим, як Христос торкнувся тебе і як ти взагалі потрапив до церкви, тому що я знаю, що ти навіть пресвітер в церкві, ну, якесь служіння несеш, або ніс, принаймні. В прославленні брав участь, тобто співаєш в церкві пісні. Ну, це где-то в 2000 году я прийшов. Я живу в Будапешті. Із Будапешта я приїхав. Давним-давно перебрався туди, так? В 1999 я приїхав туди. Ми про це поговоримо, да, власне, чому люди перелітають так далеко з насижених місць. Я в Будапешті зустрів сестру одної моєї знайомої, з якою я учився вместе в художньому училищі в Кишиньові. Тому що у мене до сих пор молдавське гражданство є. И тут я увидел ее, эту мою знакомую старую, как-то случайно в театре. И она тогда как-то познакомила меня с этой церковью. И это был... Я сначала не доверял, потом доверял, потом опять не доверял. И как-то она проповедовала мне Евангелие. Я помню тот вечер, когда я принял Христа как Господа и Спасителя. Но в церковь по-прежнему не ходил. И она всяческими путями пыталась меня как бы в церковь привести. И помню тот момент, когда... когда она звонила, я уже знаю, вот звонит Наташа, сейчас будет тянуть меня в церковь. И был такой момент, когда она говорит, приди на крестины, я буду там креститься. И так как мои близкие, они далеко, то будь как бы свидетелем на этом торжестве. И я пришел, и были где-то около 30 незнакомых людей, я все посматривал на часы, чтобы уйти. И я не знал, кто пастор, кто епископ. И видел там мужик в пиджаке ходил, какие-то люди. И вот этот вот мужик в пиджаке оказался нашим епископом Сергеем Баляком. И в один момент они там парень играл на гитаре как-то, и не очень хорошо. Я этот интерьер мне не нравился. И это не как чувствовался неуютно. Страждание художника. Да, 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 да. И потом все сели, и он вышел и рассказал эту историю, значит, о том, как Дух Святой сказал Филиппу выйти на дорогу в Газу. И вот он пошел, и там был ехал евнух, и значит, он ему говорит, ты тот читал, значит, эти свитки и пророка Исаии. И он говорит, ты разумеешь, понимаешь, о чем идет речь? Тот говорит, нет. И вот он объяснил, что Христос, о котором ты читаешь, он пришел в мир, был распят за наши грехи. И этот человек явно говорит, ага, если вот и вода, что мешает мне креститься. И когда я услышал эти слова, у меня было видение. Я на тот момент я не скажу, что я был таким... Ну, я, по сути, не был христианином. Но вдруг я попал в видение, и в видении я увидел Бога. И мне сложно описать, как это все было, потому что я детали не помню. Я помню только вот такой какой-то свет и какой-то такой большой, огромный Бог. И он спрашивает, была вода для тебя, почему ты отказался, как-то так в прошедшем времени. А я считал себя крещенным, потому что в детстве меня крестил православный монах, который как-то проходил... Ну, и в советское время я родился, и бабушка, и мама, они втайне от моего папы, значит, крестили меня. Этот монах это очень тайно крестил меня. И это так как-то какой-то легендой в нашей семье оно отзывалось, какое-то такое, какая-то тайна, какое-то такое величие этого монаха, какой-то особенный такой случай. И поэтому я считался... И тут Господь говорит,
если почему ты как бы не крестился. И когда это прозвучало, я понял, что то крещение, как бы, что как-то Бог не считает то младенческое крещение за крещение. Как... И вдруг я понял, что как вот это все, вся встреча, это вот это крещение этой Наташи, это важно для нее, но этот вечер, он для меня, это все для меня. И когда оно, это секунда, может быть, две секунды, это было такое вот, это диалог с Богом, действительно такой, я был погружен в общение с Ним, и это было удивительно. И когда это все так, ну, быстро раз, так рассеялось, и вдруг жгучее желание вот, креститься просто пришло, и я как-то в одну секунду я понимал, что все это для меня. Я побежал, я подошел к Сергею Васильевичу Балюку и говорю, крестите меня, потому что это все для меня. Я хочу креститься. А он говорит, ну не я принимаю решение, иди к пастору. Я говорю, кто пастор? И он говорит, вот ну иди к Любе, это Любовь, и Петр и Любовь Фелдыши, которые являются моими пасторами в Будапеште. И он говорит, иди к ним. И Любовь Фелдыши. Я подошел к ней, я говорю, я хочу креститься. И она смотрит на меня и размышляет, допустить его, меня или нет. И она рассказывает мне такую историю. Я вчера молилась. И я стояла на коленях и молилась Богу, просила благословения на это. А это было как бы первым крещением в этой Будапештской церкви. И она говорит, я молилась и просила Господа благословить вот это наше собрание, вот это крещение. И Господь начал говорить со мной, Он говорит, будет больше людей креститься. И она спрашивает, а кто будет креститься, мужчина или женщина? И Господь говорит, крестится мужчина. И это было в Будапеште. Будапешт – это где-то 4, может быть, 4,5-5 часов езды от украинской границы. А муж Любы, он находился в Мукачево. И она звонит своему мужу в тот же вечер и говорит, слушай, я молилась, и тут Господь открыл мне, что будет больше людей креститься, и это будет мужчина. Я не знаю, будет ли он готов, но, пожалуйста, возьми для него белую рубашку и брюки на всякий случай. И вот Петр, значит, этой ночью, он едет в Будапешт, и он привез эту рубашку. И на тот момент, как только я говорю... Я хочу креститься, я желаю это, я понимаю, пустите, допустите меня. Она говорит, иди к моему мужу и получи, значит, эту белую одежду, потому что Бог знал, что ты будешь креститься. И потом, представляете, я вот когда я анализировал эту ситуацию, я думаю, лежал я на софе у себя или там на этой кушетке, или смотрел я телевизор, или смотрел, ну там, что бы я ни делал, я не понимал, что очень важное, судьбоносное, какое-то значимое решение в моей жизни, оно будет завтра. Но Бог вот этот ответ, Он уже приготовил. И, как, и несмотря на мое, все мое неведение, в тот вечер, в ту ночь что-то готовилось для меня. И как будто вот Бог видел значит, меня в будущем и знал, что я отвечу. И вот эта ситуация, как бы моя будущая, она уже была приготовлена. И когда я созрел, я подошел, я говорю, да, я хочу быть. И когда я крестился, значит, у меня уже не было вопросов, ходить мне в церковь или не ходить. Я просто, когда я понял, что за этим стоит Бог, я многие вещи не понимал. Я просто пришел и говорю, что мне делать, что у вас в церкви вообще делается, что я могу делать для вас, как я могу служить. Вот так вот, вот такая история. І що вони відповіли на ось такий запал? Мені дали гітару і... Сказали, ти творчий чоловік, да, освоїшся. Значит, освоїшся, так. Да. Ну і я освоювався. А ти, як ти переїхав, що тебе виштовхнуло з Молдови в Будапешт, ну, в Угорщину? Да, я... Поиск лучшей жизни, если так просто ответить. Знайшов я, ей там? Ну, самое удивительное, что я там нашел, это я нашел вот Иисуса Христа. Потому что, ну, я могу рассказать, ну, может быть, попозже, или вообще это, я могу рассказать о карьере. Да, там, давай про все поговорим. Да, да. Но самое, понимаете, не было то, что я... реализую себя вот как художник, это одна вещь, а то, что я нашел Бога, который принял меня,
который любит меня, это совсем другое. Это надо было мне из Молдавии ехать в Венгрию, чтобы там на моем языке кто-то обратился ко мне и сказал, что Бог любит тебя. До речі, ти угорську освоїв вже? Ну, вже легче з нею. Братолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції «Світлі гості». Говорячи про митців, дуже часто, і це взагалі в житті кожної людини, скажімо, от зараз про чоловіків будемо говорити, ми чоловіки, є оці взлети і падіння. Причому на злеті є спокуса не цінувати людей, і, тобто, ну, ти на Олімпії, ну, ти плюєш на всіх згори. Але дуже різко може бути, що ти опинишся зовсім в інших обставинах, на дні, скажімо, коли ти по-іншому дивитимешся на все, що оточує. От в той момент, коли ти сказав, тебе зустріла знайома чи родичка і запросила до церкви, ти де був, на Олімпі чи, тобто, на коні чи під конем, скажімо? Я просто помню тот момент, когда я пришел с армии, и мама написала мне молитву. И я только поступил в художественное училище, и, помню, получил письмо от мамы. И в конце письма было «Отче наш». И я не читал Библию, а мама говорит мне: «Обязательно выучи, это «Отче наш». И я, помню, стоял на остановке возле цирка Кишиневского, там уже вечер, так, и это возле фонаря. Пока ждал автобус, я развернул письмо, и вот этот «Отче наш» я повторял, пока я не запомнил. Думаю, что к Богу я всегда тянулся. И после я и как-то и «Отче наш» меня всегда грел, вот эта молитва. Я помню, что как бы день не прошел, я остановился на колени, меня никто не видел. Добросовестно это «Отче наш» мог там, я, ну, там 2-3 раза я повторял, а потом шел спать. И был момент, когда я, ну, мой друг, один из моих приятелей, он говорит: «Поехали в Москву». Я закончил художественное училище в Кишиневе, ну и после этого был такой, я не знал, как бы ты получил этот диплом, свидетельство о заканчивании училища, как бы ты уже профессиональный художник. И что теперь? И что с этим дипломом? И куда идти с этим дипломом? А как зарабатывать деньги? А есть-то хочется, ты понимаешь? И вот ты как бы, я получил путевку в жизнь, а как вот, как устроиться в жизни? Никто тебе не помогал, и эти вещи, они как бы не решены. И человек оказывается с дипломом как бы за стенами училища, абсолютно не готовый, не приспособленный к существованию в социуме, а в этой социальной среде. За вікном лихие 90-е. Да, да. И я помню, это просто ужас. Я не знал, что делать. Как вот прожить этот день? Какой смысл в этом дне? Я спрашивал себя, ради чего я живу? И я думал, я пытался что-то рисовать, оно как-то не шло. И моя мама, она мне говорит, она тогда переехала в Сибирь, Тюменскую область. И она мне говорит: «Ты все равно ничего не делаешь, приезжай ко мне». И, ну, я пожил в этой Сибири 2 года, я захотел как-то себя воплотить как художник. И я перебрался в Москву на некоторое время. И друг мне предложил, говорит: «Давай поживем в монастыре». И там был такой православный монастырь Рождества Богородицы на Кузнецком мосту. И я там где-то 1.5 года жил в этом монастыре. И я думаю, с одной стороны, это было, конечно, мы же ничего не платили там. Мы там строили, там восстанавливали стены, колонны строили, там штукатурили, подметали крышу как-то там. А с другой стороны, я воспринимаю то время как действительно время, когда я подсознательно тянулся к Богу. Именно, потому что другой церкви, других взаимоотношений с Богом я не знал. Это было то, что мне открыто, и я тянулся. Но как бы сильно так, какого-то богопознания как бы не было на тот момент. Може, твій час тоді ще не прийшов, тому що те, що ти розказав, тебе просто запросили в зібрання, і там на тебе от впало, все це. Так. Тобто час благодаті, плід визріває, а потім цей хвостик обривається, в один прекрасний день. А де, в яких обставинах це станеться? Це вже у тебе сталося так, і ти залишився саме в цій спільноті. Журнал «Життя». Світлі гості у студії «Світлого радіо». От світ художників для мене – це таємниця за 7 печатками. Ти ставиш на меті якось собі, ну, бути євангелистом посеред, ну, от цього от бомондо?
скажімо, куди простий смертний доступу немає, що це за люди і як свідчити їм? Можливо, тільки через творчість, тобто вони оцінюють тебе саме через те, що ти несеш от в цьому розрізі? Дійсно, це так, коли ти розумієш, що вот це прийняття Божє, і коли ти бачиш, наскільки він любить і приймає тебе, то вот эту простоту, эту любовь, это доброе отношение такое, донести до других людей. Потому что в этом такая благость, столько радости, столько сил и столько перспектив. И вся жизнь в этом. Все мои знакомые, без исключения, в Будапеште, все слышали Евангелие. И многие по многу раз. Ну от у нас є знайомі, і ми дуже їх любимо, ці люди нам не байдужі, ми не хочемо їх втрачати. Але разом з тим, ми хочемо, щоб все було гранично відверто, щоб вони нас сприймали такими, якими є. Якщо ми щось пережили, от ми їм все це викладаємо. Іноді вони тільки з любові до нас все це продовжують терпіти і слухати. А от були в твоєму житті такі люди, які були дуже відкриті і дуже готові, навіть неочікувано для тебе. Можливо, мало знайомі люди, якась зустріч, і ти розумієш, людина вже, от хвостик уже, можна сказати, готовий відірватися від гілки, плід вже дозрів. У мене було огромне кількість історій, де ну, Господь проявляв себе як отець к ним і як друг. Я участвував в біеналі в Бухаресті, і они купили мне билет на самолет, но организаторы как-то не очень мне... Я не знал об этом, поэтому как-то они мне не сообщили. И поэтому я купил билет на поезд. И я купил, приезжаю в Бухарест, там побыл, это выставка, все. И обратно они мне говорят, так мы же купили тебе билет на самолет. А я говорю, здорово, значит, мне не надо на поезде ехать. Они говорят, ну, проблема в том, что ты сюда приехал и не воспользовался этим билетом, а обратно ты не имеешь права лететь. И хоть билет, значит, купленный, но он пропадает. Ну, и я говорю, что делать? У меня есть тогда билет на поезд, мною купленный, я еду в купе, ну, в своем вагоне. Значит, сел в вагон, входит мужчина, такой, средних лет, сел он, и едет со мной. И, знаете, вечером всегда разговаривают люди в купе. Но оказался он один из проректоров этого университета Сороса в Будапеште. И он спрашивает меня, там оказались у нас есть какие-то общие знакомые, занимающиеся творчеством, искусством. И дальше слово за слово он начинает рассказывать о своей семье, что у него есть любовница, он не знает, как поступить. И он говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством, что я не вижу. И просто он так раскаялся и говорит, я не знаю, что делать. И я говорю, тут переживать, конечно, я сочувствую вам, но выход в этой ситуации в том, что вы просто сами запутались и по незнанию влезли в те вещи, в которые не надо было, как в сетку, не надо было попадать. И я объяснил ему, что Бог, он любит его и приготовил ему чудесное будущее. Оно, ну, я, может быть, сейчас наивно рассказываю, но в тот момент, когда человек плачет, когда его касается Бог, эти слова, это были словами настоящего утешения, которые открыли его сердце. И когда он встал на колени и молился Господу, я просто вышел из купе, позволил Богу самому с ним поработать. То есть бывают такие ситуации, когда, ну, Господь на пути... Я просто много путешествую. Иногда таких попутчиков тебе дает, что и ты никогда не знаешь, как с какой стороны им помочь. Но Бог всегда знает. Главное просто позволить, ну, не быть ленивым, а открывать и говорить с ними. А недавно был такой случай. У меня была выставка в Чехии. Это была выставка одного достаточно весомого коллекционера. Один из художников курировал эту выставку. Он, значит, ну, это не просто развесить картины, это написать эссе, это иметь вот эту концепцию, это идея, которая по какой причине вот он выбрал именно эти картины из коллекции. И очень много это было значимым событием для города. Многие люди пришли, мэр пришел, ну, огромное количество телевидения. В общем, это было таким значимым. И этот, и после значит, открытия мы пошли в ресторан, и я увидел, ну, очень много художников, они просто облепили меня, начали фотографироваться со мной и хотели
просто как-то рядом со мной сесть. Каждый из них услышал Евангелие, пока мы сидели за столом. Но одного из них особо коснулось, и он приехал в Будапешт недавно, чтобы просто побыть со мной и услышать что-то от меня. И когда он пришел в мастерскую, дело в том, что у него непростое прошлое, как он, его отец рано умер. И всю вот эту боль отсутствия отца он выплескивал на холст. И холсты, и работа у него очень страшная, очень много крови. И вот эта как бы проекция его внутреннего состояния, боли, оно выплескивалось на эти картины. Я планировал этот день просто провести, как обычно, там, писать, там, заниматься, просто работать в мастерской. И я настолько проникся к этому человеку, я захотел провести с ним время. И мы пошли вместе в кафе. И знаете, когда он повторял молитву покаяния, он два раза ее повторял. Он один раз повторял, а потом еще раз повторял. Просто настолько человек голодный. И когда он голодный к любви, к принятию, и я понимал, что Бог просто использует меня для того, чтобы этому человеку, как в жизни этого человека пришел свет и любовь, и покрытие Бога. Так что я, с одной стороны, это... Я просто обожаю, когда Бог может помочь людям. Это радость, большая радость. Наш гість Олександр Тіней, він народився в Молдові і досить знаний в світі художник. Його виставки були в Нью-Йорку, в Відні, Будапешті, в Лондоні, Берліні, Франкфурті, Амстердамі, Базелі, Празі, Афінах і ще в багатьох-багатьох містах, у багатьох країнах. Ми торкнулися от стилю. Твої роботи, вони теж такі, скажімо, суперечливі почуття в мене викликали. От якісь такі нерідко темні сірі кольори і використання синього або блакитного. От на долонях, на обличчях іноді. З чим це пов'язано? От колористика, колорит і синій колір. Я когда пришел к Богу, у меня был один вопрос, насколько для Бога важна форма, потому что содержание, я понимал, содержание – это Христос, смысл – это Христос, а насколько важна форма, потому что и можно, пренебрегает ли Бог формой, можно ли манипулировать формой или нет. И в один момент я понял, что я писал разные картины, я прошел через разные этапы творческие. И я понял, что то, чем я хочу заниматься, это работы, где я узнавал бы себя, это работы, где я узнавал бы время, в котором я живу. И потому что просто заниматься какими-то формальными вещами или просто чисто эстетическими какими-то вещами, это можно, но меня интересует глубина. И я искал потому символы времени, чтобы и старался использовать эти символы времени для того, чтобы говорить о вечных вещах и понятных мне вещах, но в современном контексте. Поэтому я понял, что Бог формой не пренебрегает, суть остается та же. Через все века и времена Христос не меняется, Он навеки тот же, но меняется форма. Я увидел, что мышление людей, оно изменяется, люди меняются, восприятие меняется. И поэтому я должен вложить Христа в понятную этому времени форму. И оно, это также, я занимался анализом день и ночь. Мне сны снились, я читал книги, я постоянно, если я хотел, чтобы это было христоцентричным, но я увидел, что Христос, Он выражен в природе, да? Он выражен в фауне. Он выражен во флоре. И насколько он разнообразен и удивителен в этой природе, а ведь это тоже слово, это тоже слово. И я понял, что он от меня не требует иллюстрировать Библию в понятном контексте христианам. И я понял, что я свободен от религиозного, так сказать, давления церковного. И я понял, что, по сути, то, как я
то, как я себя понимаю, и то, как... ну, это путь к тому, как я себя понимаю, от того, как я себя понимаю, к тому, как он меня понимает и видит. И я увидел, что то, как я соткан, то, как я создан, это очень даже интересная вещь. Это, то есть... Йдеться про внутрішній світ, про душу. Да, да, да. Я понимаю, что я не скован никакими рамками и ничьими ожиданиями. То есть я увидел свободу в выражении себя вот именно в таких вещах. Мое сердце очень открыто молодому поколению. Потому что мой племянник, он не знал своего папу. Моя сестра родила... Его папа никогда его не знал и не хотел видеть. А ему около 20 лет сейчас. И я настолько сопереживаю мальчикам и девочкам, которые не знали папу, и вот это сердце, исполосанное обидой, болью и отверженностью, вот мои работы, они обращены к ним. Скарбниця долі. Світлі гості на Світлому радіо. Ми торкнулися от цього моменту поколінь, а от я розумію, що це такі особисті речі. Ну, що захочеш, скажеш, а якщо ні, то нічого не скажеш. А от у твої відносини з батьком, от саме з батьком, як вони складалися і чи є якийсь відбиток і від цього в творчості? Тому що для чоловіка це важливо. Конечно. Важливо. Ну, у мене отношення з моїм отцом були, думаю, що до того моменту, як я пошел в школу. Он еще как-то меня на руках носил, а когда я уже в школу пошел, я помню... Уже не змог, уже был важкий для шеи. А потом уже, когда я был где-то в классе четвертом-пятом, мои родители развелись. Достаточно мой отец был деспотичный такой. Не было у нас с ним контакта, потому что я свободный, могу баловаться. Я веселый, любитель поговорить. Ну, очень... Я вообще открытый человек. А он... Значит, его работа в милиции, да, она наложила на него такой отпечаток, что просто он не позволял даже в семье быть открытым. Поэтому мы были разными людьми. Я, к сожалению, так его и не узнал. А с моменту такого посвяти Богу, що змінилося? Я розумію, що це таке глобальне запитання в житті. Ну, можливо, є речі, які докорінно змінилися. От до, а потім як тумблер спрацював. Все стало проще. Я понял, что Христос живет во мне, что он часть моей жизни. И я на работу еду на велосипеде. Я понимаю, что там утром встаешь, идешь цветочки поливать. И я вот эта молитва, это мое любимое времяпровождение. Я беру чашечку кофе, открываю Библию, и там у меня такой есть угол с цветами. Я сажусь, читаю, такой мир. Люблю молиться, потому что я люблю слушать. Я сажусь и слушаю его. И наполняюсь этой любовью, принятием. И дальше уже в такой вот радостно едешь на велосипеде, значит, на работу. Или там дождь идет, но неважно. А внутри теплота и вот это общение с ним. И потом мы вместе идем в мастерскую. И потом, если... И также в мастерской, если я где-то что-то не понимаю, я спрашиваю, а как ты видишь? А дай мне идею. И... моя жизнь сильно упростилась. Не, вот если в чем она изменилась, она упростилась. И я знаю, что Бог на моей стороне. Я знаю, что я исполняю Его волю. Я для Него живу. Я Его люблю. Я хочу быть наполненными всегда. Олександра, торкнулися теми форми, що змінюється покоління, і світ змінюється, якісь цінності, можливо, привносяться нові або теж трансформуються. Чи, на твою думку, не є це, ну, якимось пристосуванням саме до світу? Тому що, можливо, ну, віяння навіть і в мистецтві, ну, воно ж все гармонійно йде, і мистецтво, і там наука, і філософія, що це є, ну, певною мірою, як це, прогибанням під змінчивий мір. В том-то и дело, что мы должны знать Христа настолько близко, что Он говорит, поклоняйтесь мне в духе и истине. А есть, и поэтому мы должны понимать, какой Его дух, какая, что есть истина. Когда мы с этими вещами разобрались,
и имеем подтверждение от Него, что в этом... Тогда мы, как апостол Павел, стал по виду, как они. Помните это место? Для всех я сделал совсем. Да. Поэтому ты для того, чтобы... Для того, чтобы был услышан человек, он говорит, ну, у вас же у самого было, например, есть такие как бы очень умные интеллектуальные люди. Вот с этими, значит, людьми общаешься, выстраиваешь фразы хорошо, предложения, а с простыми людьми просто общаешься. Так вот, это поколение людей-художников, оно, они, знаете, они очень хорошо понимают, если ты врешь. Мы хотим привести человека в церковь. Например, я очень хочу привести моего друга Колю Горбашова, живущего в Будапеште, в церковь. А он не хочет ходить в церковь. И он хочет, очень хорошо понимает, хочу заставить я ходить его в церковь, или просто я хочу, чтобы у него в жизни был просто свет, любовь и доброта. И я думаю, что вот ходить в церковь — это уже это последствия познания Христа. Поэтому я не хочу манипулировать какими-то ценностями и пытаюсь найти ключи. Это поиск ключей к этому поколению. Ты ищешь ключи, чтобы они поняли, о чем ты говоришь. И поэтому я хочу, чтобы мое творчество, оно было понятным, понятным этому поколению. И они понимают, знаете, очень много людей, мне художники пишут письма. Я приехал, был в Мексике пару месяцев назад, значит, получаю письма. «О, ты здесь, давай встретимся». На прошлой неделе у меня был в мастерской художник из Франции, и он говорит, я был в Бразилии там и общался с художниками, они говорят, слушай, мы следим за творчеством этого художника, а ты знаешь, он говорит, да это мой друг, я к нему в мастерскую. То есть я был в Токио, там, значит, художники, они тоже меня знают. И о чем я говорю? Когда ты нашел вот этот международный язык, музыка и как-то изобразительное искусство, оно помогает найти, это оружие, и оно помогает найти ключи к сердцу этих людей, к сердцу этого поколения. И это просто здорово. Ну, конечно, я скажу, что работы мои, они непонятны. А кто понимает кубизм Пикассо, например? Так что его, давайте его исключим из истории искусств, потому что он непонятный. Как раз там есть... Если, мы привыкли, что, ну, что это просто. Но сейчас вот молодые пары женятся, они идут на консультации. Почему? Потому что они должны разобраться, как, значит, вести себя в семье. Значит, для того, чтобы быть инженером, надо выучить тоже, как значит, изменять эту музыку, как звук идет. Искусству, восприятию тоже надо учиться. Все не это. Есть искусство, поэтому есть разный уровень художников. И то, и другое нужно, и то, и другое востребовано, потому что всегда есть люди на разных уровнях, и мы просто, я верю, что художники вот, разных поколений, разных уровнях, они все нужны, потому что всегда есть, и они все служат разным слоям общества, всякой конкуренции. Каждый из нас нужен, потому что каждый из нас, он член общества, и он восполняет потребности общества на том или ином уровне или на той или иной территории. Поэтому, переехав в Будапешт из Кишинева, мне приходилось ломаться. Я понял, что, отказываться от каких-то принципов молдавского творчества, которое застряло еще в XIX веке. Их восприятие, их... Ну и они нужны. И я не собираюсь их критиковать, потому что они нужны. Там, где они живут, это такой образ мышления, такие ценности существуют. Но эти ценности, скажем, в Европе, они непонятны. Почему непонятны? Потому что Европа, я скажу, более цинична. Вот. И поэтому я для себя определил, что любой художник в любом городе, он нужен именно вот, и этим даром своим он служит обществу. И лучше для художника познать добро и зло, для того, чтобы не быть проводником не просто какой-то нехорошей энергии, какого-то разврата, просто мы все-таки мы имеем влияние и власть в духовных сферах. Любой художник имеет, потому что мы трансформируем эти образы из невидимого в видимый. И лучше быть подключенным к источнику добра, любви и мира, к Богу Иисусу Христу, который нерелигиозно дает каждому
художнику, каждому человеку воплотить просто себя в этом творчестве. Дякую. Це була сповідь Олександра Тінея, художника. На все добре, Олександре. Спасибо. До свидания. У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.